Снимаешь? Сегодня 7 декабря. Пойдем. И мы решили сходить с утра на каток. Сегодня делали все по-другому. То есть не так, как всегда, ходили на Розенхаймерплац, тест, который делали, ну, который в очереди стоишь, а специально записались заранее онлайн на станцию, которая делает тесты, тоже быстрые, но присылает результат на почту. Муж уже ходил один раз туда в выходной, вот когда там в воскресенье тоже работает с внуками, и ему через полчаса пришел результат, поэтому мы туда пошли. Я, конечно, шла заранее и думала, что интересно, как там будет, потому что туда, куда мы ходили до этого, вот куда я ходила на прошлой неделе 4 раза, там было ужасно. Когда еще русскоязычная делала, она хоть один раз в нос засовывала палки в каждую ноздрю, но так далеко, так противно. Но когда нигерийка делала, это вообще был трэш. Она мало того, что до конца, как она говорила, наверное, до шишковидной надо, железы туда, в конец, так еще в каждую ноздрю по 2 раза. Я вообще, у меня аж слезы выступали, так было больно. И потом такое ощущение, еще час ходишь с этим носом. И сегодня, конечно, я шла на этот тест тоже без настроения. Думаю, сейчас опять меня будут этими палками. Подходим к вокзалу, там возле главного вокзала эта станция. Очередь небольшая, человек 5. Муж говорит, быстро тут очередь идет, потому что никто ничего не пишет, все онлайн, только показывают свой номер и паспорт и сразу же проходят. Ну, действительно, стояли недолго, не больше 5 минут, зашли. Я так удивилась, там парень брал этот мазок из носа из одной ноздри только. Притом палочкой такой тоненькой, которая так гнется, которая вообще никакой боли не создает. Просто такое ощущение легкого прикосновения там внутри. Вообще удовольствие. Так можно ходить. Это совсем не то, что там тебя мучает. Вот сейчас идем на каток. Время прошло 27 минут, результата еще нет. Но надеемся, что придет и что он будет негативный. Так что настроение нормальное. Всем привет из Мюнхена.